Всем привет, нахожусь в двуспальном доме на пляже Липаной, находится этот дом. Это двуспальный дом, и продают два дома здесь, сразу же. Поэтому я буду делать обзор двух домов. Нахожусь в спальне. Спальня очень приятно сделана. Есть телевизор, есть кондер, есть хороший шкаф. Вот, и можно открыть шторы. Думаю, что здесь зелень есть и выход на небольшой балкончик вот такой. Причем он крытый. Идем дальше. Вот так выглядит вторая спальня. Тоже есть кондер. Есть шкаф. В принципе, не хватает, может быть, только москитных сеток. Санузел всего один. Очень хорошо сделан. Мне нравится. Никаких неприятных запахов нет. Отдельная зона для душа. Есть москитные сетки. Но здесь на окнах есть прощелины, я вижу. Так что комары могут залететь. Касаемо кухни. Вот так она выглядит. Есть большой холодильник, хорошая экипировка на кухне. Дальше у нас идет гостиная с телевизором, с зеркалом, с вентилятором. Кстати, что вот в этой комнате? Закрыто. Так, здесь у нас видимо, как кладовочка такая. Окей. Касаемо кухни, очень важный момент нужно отметить, что раковина находится на улице. Это может многим не понравиться. Есть духовка. Тем не менее, территория сзади такая очень приятная. Видно, что есть тут место, где можно барбекю, может быть, пожарить, еще что-то придумать. Видите, какая территория зеленая, красивая. Есть навес, то есть если вы что-то поставите здесь, то дождь это не убьет. Окей, идем дальше, смотрим второй дом. Кстати, вот мы выходим из дома, мы видим, что здесь есть пара таких вот лежачков. У меня, может быть, и была бы возможность показать вам дом, да, снаружи. Но это очень сложно сделать, потому что он окружен зеленью. Давайте попробую. Так вот он выглядит снаружи. И вот сейчас буду смотреть второй дом. Заходим внутрь. Так выглядит спальня. Есть детская кроватка. Касаемо комплектации, когда вы будете покупать этот дом, тут надо будет это все обсуждать. Что непонятно, что дадут. Так. Как попасть в эту дверь? Угу. Вторая спальня здесь хороша тем, что здесь тоже есть большая кровать. Есть кондиционер. Есть вот такой вот замечательный пуфик. Прикольный. Можно выйти. Видим столик. Крытый балкончик. Здорово. Есть также шкаф. Вот он, большой. Здесь у нас санузел. Неплохо сделано все. Меня все устраивает. Очень все прилично. Так, опять тут дверь. Ага. Интересно. В санузел можно попасть двумя способами.
Ну, пойдемте кухню посмотрим. Явно. Ага. А вот здесь находится кухня. Очень интересно. Ну да, дом как бы с косячком, с приличным. То есть, чтобы выйти поготовить, нужно пойти на кухню. И вот тут мы видим парковку. Все будут видеть, как вы готовите. Да. Так, место интересно. Два домика можно использовать, возможно, как четырехспальную виллу, в теории. Не зря они продаются вдвоем. Как это все можно использовать, надо подумать. Может быть, что-то здесь переделывать. Кухню, может быть, куда-то в другое место вынести. Может быть, здесь ее обустроить, на этой территории. Ну, в общем, нужно будет с этим домиком поработать. Само место интересное. Вот сейчас я буду использовать пролет с воздуха. И море здесь не в идеальном состоянии. Оно среднего уровня. То есть в большинстве своем люди они не купаются, они здесь гуляют. До хорошего купабельного моря минут 10 езды. Но, тем не менее, это место классное тем, что здесь обалденные закаты. Это многим нравится. Вообще, по цене качества эти два дома, это очень сильный вариант. Я бы обратил на него внимание. На самом деле, цена как бы очень хорошая. Смотрите цену под описанием видео. С вами был Лев с компанией Boats.my.